О, приветствую вас, друзья, на канале Batman Fishing снова. Вчера последний день зимы был. Сегодня 1 марта, первый день весны. Но вчера нам у нас рыбалка не удалась. Но сегодняшний день начался неплохо. Ну давай, доставай. Поймали одну щучку на 7 килограммов. Вот такую вот. Вот, выставили жерлицы. Снять не успел. Ну, будем надеяться, что первый день весны подарит нам незабываемые эмоции и отличную рыбалку. Погнали! Ну что ж, друзья, у меня 4 сработки, тут 4 жерлицы стоит. Вот 3 в ряд сработали, и одна там дальше в стороне стояла. Ну, начну проверять с первой. Есть. Это идет. И не пойму, то ли большая, крупная, то ли пишня есть, Демиш? Пишня есть? Пишня есть? Да. Пишня. Да раздолбить. Ну там ты зараз. Где крупный крючок? Крючок, крючок идет в тему, на одну крючку. Что это? Никогда не там, бам, нахуй. Кто-то за крючком туда нахуй. Крупно, но средненько. У нас обычно ставится. Попробуй. Пошла. О! Офигеть! Вот это трофей. Фу. Ух ты, ё-моё. Как не перекусило хоть? Заглотил это полностью, поводок-то там. Леска здесь. Я уже вот тут это. Да. Я уже царапины нахуй. У овся нахуй. Как залили, то пока не ехали. Вот, отлично. Да. Хороша. Взвешу. Двенадцать килограммов.
Ну что ж, друзья, на сегодня рыбалка у нас закончилась. Поеду домой. Ну ничего, у нас сегодняшний результат. Вот это вот хорошенькая щучка на 12 килограммов одна. И вторая на 7400. Ну, в принципе, рыбалка неплохая. Так что, до скорых встреч, друзья!